Нефтяникам Жана Узена подарили вечер классической музыки. Этим культурным событием компания «Узенмунайгаз» решила отметить сразу два праздника – День Конституции и свой юбилей. Со сцены местного дома творчества звучали самые известные произведения великих композиторов. Жанаузенцы президент оценили, более того, попросили подобные мероприятия проводить регулярно, рассказывает Татьяна Ковалева. Для того, чтобы понять произведения мировых классиков, не обязательно иметь консерваторское образование и знать, что такое контрапункт, форшлаг, мордент и прочие профессиональные термины. Сердца жанаузенцев этот день бились в унисон с льющимися со сцены мелодиями. Мангистаусский симфонический оркестр заставил каждого зрителя погрузиться в мир фантазий и грез. Особенно вот когда Вивальди слушала, вот это «Жаворонок» слушала, я просто, вот я же говорю, у меня слов нет, я не знаю, как вот описать это. Вот действительно чувствовала себя, что там где-то. Я в восторге от этого концерта. Почаще бы такие концерты, все-таки живая музыка, есть живая музыка. Пробудить любовь к музыке великих композиторов у организаторов получилось на славу. Благодарная публика заявила о своем желании слушать такую музыку постоянно. А чего не сделаешь ради народа, говорят в компании «Узенмунайгаз». Теперь такие вечера станут регулярными. Это подарок для наших нефтяников, для жителей нашего города. Такой духовный праздник. От всей души, от имени компании, от себя лично поздравляю всех жителей нашего города, наших нефтяников с праздником Дня Конституции, с наступающим Днем нефтяников. С 50-летием нашей компании. В этот же день поздравили и наградили ценными подарками передовиков нефтяной отрасли. Стоит отметить, что компания «Узенмунайгаз» постоянно вносит вклад в культурную жизнь города и его внешний облик. Не так давно в Жаназине построили новое здание ЗАГСа, чтобы люди с удовольствием создавали семьи и даже целые династии заслуженных нефтяников. Татьяна Ковалева, Ренат Дусалиев, Жаназин.